Добрый вечер, друзья! Здравствуй, Пенза! Утром въехали в город, такое было... Смурная весна, знаете, такое... Какое-то настроение, еще не выспались. И что-то все не ладится, то в гостинице душ протекает, то холодно, то жарко, то светло, то темно. В общем, знаете, все как-то... Не задалось. И приходишь в такой концертный зал, он такой красивый, потрясающий. Новенький такой, удивительный. В общем, неожиданно было, вы знаете. У нас кое-кто в коллективе зашел, говорит, ага, на это у них деньги есть, значит. На культуру, понимаете? На культуру деньги есть, это замечательно. Это похвально, друзья. С культуры все начинается, остальное как-нибудь потихонечку, может быть, в конце концов, не наше поколение, так следующее, но справимся. Друзья, мы очень-очень рады видеть вас сегодня в этом зале, благодарны вам, что вы нашли время, возможность, желание быть с нами, прийти на этот концерт. Спасибо вам огромное. На сцене группа «Эсперанто». Ну и вообще все, кто объявлен в афише сегодня, будут принимать участие в этом концерте. По нашей традиции, вторая песня «Половина сердца» о любви. Что может быть важнее, друзья, под ваши аплодисменты. «Половина сердца». Я с тобой оставлю половину.